Люди с ограниченными возможностями Восточного Казахстана с воодушевлением восприняли известие о повышении с 1 апреля размера пособий по инвалидности. Всего в регионе больше 6 тысяч инвалидов разных групп. Надбавка коснется практически всех. Все инвалиды, которые получают эту минимальные пособия, естественно, они обрадуются этой надбавке. Самое главное, она сделана будет своевременно. И хоть и небольшая, но мы чувствуем, что государство заботится о тех, кто нуждается в этой постоянной помощи.